Профилактика дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий с участием детей. Нарьян-Мар присоединился ко всероссийской акции безопасности дорожного движения, которая ежегодно проходит в начале учебного года. Слово Александре Литковой. Эстафеты, конкурсы и викторины, с помощью которых легко и непринужденно школьникам напомнили о правилах дорожного движения. Особое внимание ребят приковано к выставке служебного транспорта госавтоинспекции. От желающих посидеть в патрульном автомобиле или мотоцикле нет отбоя. Тот КамАЗ, там очень интересные кабины, и там есть даже холодильник. И там кабины как в плацкарте. Посидела бы в машине, там очень круто и можно издавать звук. На мотоцикле типа покаталась. Мне очень понравилось. Большой популярностью в этот день пользовалась не только техника, но и специальные средства и оборудование. Дети активно подходят, интересуются, интересует их, как работает это, для чего это предназначено. То есть довольно-таки заинтересованы наши детишки. Ну, с точки зрения полиции данные мероприятия считаем эффективными. В том плане, то, что тут проводится проверка знаний, правил дорожного движения детей. Правилам дорожного движения детей начинают обучать еще в детском саду. Поэтому в школе все ребята знают их на отлично. Ну, например, надо с велосипеда слезать, чтобы перейти дорогу. И не надо бегать, когда переходим дорогу. Нельзя играть возле дороги с мячами, и чтобы он не улетел. И не надо стоять рядышком, чтобы машина не подумала, что ты хочешь перейти дорогу. И всегда надо стараться, ну, на роликах не переезжать дороги. Безопасности детей на дорогах уделяется особое внимание. С начала этого года в Ненецком округе зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в результате которых пострадали 3 ребенка. Вопрос безопасности дорожного движения на дорогах детей стоит очень остро. А в преддверии начала учебного года мы решили провести и в рамках недели безопасности всероссийской, которая проходит с 20 по 24, госавтоинспекция Ненецкого автономного округа организовала мероприятие «ПДД от А до Я знает вся моя семья». Для того, чтобы дети нашего округа наглядно посмотрели, какие необходимо соблюдать правила дорожного движения. В мероприятии принял участие глава региона Юрий Бездудный. Он дал старт эстафете и вместе с детьми познакомился с выставкой автотехники. Вы пока еще пешеходы, многие из вас велосипедисты, но все вы являетесь участниками дорожного движения. И, конечно, вы должны знать правила дорожного движения. Я желаю вам узнать сегодня много нового и интересного. И, конечно же, знать правила дорожного движения. По итогам акции все ребята получили не только знания, но и сладкие призы. Александра Литкова, Катрина Тайбарей, Владислав Носкин, телеканал «Север».